Параллельная парковка, заезд в гараж. В этих и других маневрах, которые обычно нелегко даются начинающим водителям, накануне соревновались автолюбители. Автомногоборье «Чебоксарский водитель» 2015 прошло на парковке у Ледового дворца «Чебоксар-арена». Поучаствовать могли все желающие, даже те, кто пока еще учится в автошколе. Участники прошли техомедосмотр. Первым испытанием стала погода – слякоть и мокрый снег. Тех, кто этого обстоятельства не испугался, ждали так называемые ворота, змейка, заезд в гараж задним и передним ходом, сложные фигуры, параллельная парковка. Победители определяли в нескольких группах – мужской, женской и юниорской. В ней соревновались те, у кого пока еще нет прав. Самым виртуозом среди мужчин оказался водитель ВАЗ-2101. Мои поздравления желтой копейке. Браво, браво! Без гидроусилителя руля обойти всех – это заслуживает уважения. Целью нашего мероприятия являлась именно популяризация автомобильного спорта, то есть повышение спортивного мастерства наших водителей на дорогах общего пользования, то есть потому что фигурное вождение – это, в принципе, дорожное движение. Вот. Ну, а по результатам, ну, на сегодняшний день у нас было 22 участника. В таком формате соревнования проходят во второй раз.